Коллеги, всем здорово! Достаточно давно я планировал начать освоение микроконтроллерной схемотехники, и вот мое первое устройство. Как вы можете догадаться, это транзистор-тестер. Меряет практически все детали, кроме мандарин. Но об этом позже. Схема, по которой я собирал этот транзистор-тестер, так же как и прошивка и печатная плата, будет в описании под этим видео. Качайте, пользуйтесь, собирайте, все у вас получится. Ничего страшного в этом нет, сразу говорю. Ну а сейчас я предлагаю взглянуть вам, как я это все собирал, какие тонкости, какие нюансы. Печатную плату я уже изготовил, вот так она выглядит. Даже уже успел паять две перемычки. Ну, их всего две. Сейчас впаяем резисторы, конденсаторы и прочие радиоэлементы. Практически все монтажные работы окончены. Осталось подключить жидкокристаллический дисплей. Вот так он выглядит. Самый дешевый тайский дисплейчик. Сейчас мы этим и займемся. Припаял благополучно на жидкокристаллический дисплей, и настало время самого интересного. Будем программировать микроконтроллер. В нашем случае это традиционная от Mega 8. В качестве программатора буду использовать вот такой вот дешевый китайский программатор. К достоинствам можно отнести компактность и низкую цену. К недостаткам ужаснейшее качество монтажа. Вот посмотрите, ну это просто кошмар так впаять криво. Это просто, я не знаю. Ну да ладно, сейчас отрежем шлейф, подпаяем его непосредственно к выводам для программирования и запрограммируем. Сам процесс программирования ничего сложного в себе не представляет. Достаточно только загрузить файл с прошивкой, выставить необходимые фьюзы, как показано на экране. Очень важно, друзья, неверно выставленные фьюзы могут привести к порче микроконтроллера. Об этом следует обязательно помнить. Жмем сначала чтение и жмем программирование. Настало время заняться корпусом. Есть у меня вот такой вот пластиковый корпус. Давно его покупал. Сейчас просверлим все отверстия под дисплей, под органы управления и будем собирать все вместе. Для удобства такой шаблончик я сделал. Сейчас мы его при помощи скотча приклеим и по нему уже будем сверлить. Обязательно кусочком наждачки мелкозернистой. Подготовка корпуса практически закончили. Осталось, знаете, что сделать? Закрепить стойки, посредством которых будет крепиться наш ЖК-индикатор в этом окошке. Как мы сделаем? Мы сделаем по-хитрому. Накручиваем сюда эти самые стоечки, гайками фиксируем, соответственно. Дальше берем обыкновенный суперклей, капаем на наши стойки. Вот так. И приклеиваем их к нашему корпусу. После того, как клей наш засох, откручиваем, соответственно, гаечки и получаем достаточно крепкий крепеж. Так, заклинило. Пинцетом ее снимаем. Все. Отлично. Ну, для уверенности предлагаю по кругу еще клеем залить его. Вот еще что, коллеги. Потребуется нам три вот таких вот автомобильных клеммы. Из них нам необходимо сделать вот такие вот заготовочки. Вот такие вот детальки. Эти самые клеммы аккуратненько закрепляем в необходимых местах. Сначала чуть-чуть клея берем нашу деталь и позиционируем ее таким образом, чтобы она была у нас ровно.
Делать это нужно довольно быстро, ибо суперклей очень быстро схватывается. Ну, это вы знаете, да? Аналогичным образом поступаем со всеми остальными клеммами. Все готово и монтируем все вместе. Сначала устанавливаем разъем для подключения питания. Разъем трехвыводной, то есть, когда мы подключаем внешний источник, скажем, какой-нибудь блок питания, батарейка, крона, для которой есть соответствующий разъем, отключается. Приклеиваем разъем для внешних щупов. Почему приклеиваем? Да все просто. Как я уже упоминал в каком-то видео, гумно разъемы продают. Вот такая идет с ним гаечка, но она не держит, не фиксирует. Просто болтается как шайба и все. Устанавливаем на свое законное место кнопочку, фиксируем ее при помощи гайки. Кстати, гайка пластмассовая, первый раз такое вижу. На всем уже экономят, вы представляете? Пластмассовую гайку затягиваем очень аккуратно, ибо можем ее сломать. Ну и собираем вместе все составные части нашего корпуса. Готов наш чудо-прибор, давайте его протестируем. Подключаем питание, нажимаем кнопочку «Вкл». Прежде всего, давайте проверим, что за транзистор и исправен ли он. Вот вам, пожалуйста. Полевой транзистор. Есть такое дело. Конденсатор 0,47 микрофарад. Нульцевый. А ну покажи. 499 нанофарад. Все верно. Резистор 15 килоом. Раз. Два. Есть. Симистор. Триак. Есть. Кусочек мандаринки неожиданно. Люблю я их, хоть Новый год прошел. А ну интересно. А ну раз. А ну скан. Неизвестно. Странно, да? Надо будет изобрести такой прибор. Подключил какой-то фрукт. Там пишет мандарин. Ладно, то все шутки. В общем, результатом я остался доволен. Все работает отлично. Предвещаю вопрос. Зачем собирал, если можно купить? Отвечаю вам вопросом на вопрос. А зачем покупать то, что хочется собрать самому? Я вас спрашиваю. Надо будет, кстати, более совершенную модель собрать. Там есть, я смотрел в интернете, куча вариантов. Есть устройство с большим дисплеем, частотомером, с генератором. В общем, гораздо покруче. Но ничего, и так классно. Все, друзья. До новых встреч. Счастливо.